Поехал сегодня, собрался шашлыки пожарить. Ну, запланировал, надо купить углей, ну, чтобы не мучиться вот так с дровами, долго их палить там, угли добывать. Ну, уже привык там к этому, как сказать, к углям. Быстро, практично и, самое главное, эффективно. На полдороги уже сюда вспомнил. Блин, угли забыл. Ладно, придется нам жечь дрова. Всем огромный привет, друзья! Привет! Сегодня вот такой вот мангал, складной мангал. Не знаю, коробка запечатана. Сейчас мы с вами распечатаем, посмотрим, что там внутри. О! Тяжеленький, тяжеленький. Так. Сколько здесь вес написано, интересно нам. Так, компания Уникит прислала мне складной мангал для нашей таежной дачи. Только у меня в мыслях появилось, может, помните, в прошлые разы мы здесь с сыном жарили шашлыки на кирпичиках, вон там сзади, ну, сзади вас, на кирпичиках. Я говорю, сын, надо сюда приобрести мангал. И тут на тебе красотища, подгон. Компания Уникит предложила мне. Денчик говорит, нужен тебе мангал в лес? Я говорю, да конечно, без базара. Как без мангала в лесу? Так приехать, шашлычки пожарить, мяско пожарить. Не просто мангал, а мангал с подказанником. Вес данного мангала 17,5 килограмм. Сейчас распакуем. Ну и посмотрим, что там за мангальчик у нас. Даже перчаточки есть, прикиньте. Это отдельно. Спасибо. Так, сейчас надо разобраться по сборке мангала. Так. Так, ручки. Че, собакины, что, нельзя? Дайте, батя, будет разбирать. Сейчас мы с вами, друзья, его обкатаем. Так, вот это у нас подказанник. Подказанник вообще. Смотрите, какая удобная штука. То есть под любой можно вот эта вся конструкция убирается. То есть под какой нужен диаметр тебе поставил. До конца они не прорезали. Я так полагаю, дабы. Если надо, вам небольшой тут такой. Ну, я имею в виду, чайник просто будете кипятить на мангале. Либо небольшой казанчик. Чтобы все полностью нам с вами не убирать. О, приятные подарки, друзья. Опахало.
Если будете когда жарить шашлыки, можно просто обдуваться, если вам будет жарко. Ну, либо раздувать уже сами шампуры. Ой, эти угли. Так, это что у нас? Запаковано, конечно, конкретно уже все. Прям, я вам скажу. Не знаю, что это такое. Надо почитать инструкции. Может быть, конечно, это кочерга. Здесь какой-то сделан крючок. Ну, скорее всего, кочерга, друзья. Так, инструкцию читать не буду, конечно же. Как у нас обычно начинают инструкцию читать? Начинаешь читать тогда, когда уже начинаешь, как сказать, по-русски говоря, начинаешь тупить. Заходишь в сомнение, так оно или не так. Блин, хороший. Сталь хорошая. Прям, блин, это радует. Так, ножки. Ножки из трубы 20 на 20 сделаны. Сейчас попробуем это все, друзья, мы с вами быстренько собрать. Мангал, как уже сказано было, складной, переносной. То есть с собой можете брать его в поход. В машину сложил, положил, поехал, разложил. То есть, по идее, должно быть все удобно. Тут собаки разыгрались у нас. Да я так, примеряюсь. Вот такой вот, друзья, небольшой. Я бы сказал, на первый взгляд, симпатичный мангальчик получился у нас. Да, это, кстати, у нас кочерга. Можно его повешать потом, либо сюда. Наверное, скорее всего, вот сюда на ручку вешается. А пахало у нас под казаник. Так можно чайничку скипятить, либо казан. Ну, казан у меня большой, на 10 литров. Не знаю, влезет, надо будет померить. Ну, чайник будет просто замечательно скипятить. Мангал покрыт термостойкой краской, выдерживает до 1200 градусов. Ну, конечно, там есть в инструкции, я сейчас почитал, нужно закалить краску в течение получаса там небольшим, ну, не прям сильный жар такой, небольшими щепками там растопить, пускай она немножко постоит, погреется, нагреется, краска закалится, и тогда потом уже, по идее, должна она держаться. Сейчас мы разожгем и будем уже опробовать. Скоро у нас уже вечереет, и надо приготовить что-нибудь нам с вами покушать. Мангал у нас, как уже ранее было сказано, переносной, как бы не сильно высокий, я бы сказал. Но для переносного мангала как бы это неплохо. Не показал самую фишку. Его на переносимость. То есть ножки вот так вот сложил, положил в машину и поехал. Приехал, вот так вот. Чук-чук-чук. Достал.
Ну, у меня он будет использоваться как, правильно, стационарный. Как стационарный, его сейчас пожарю шашлычки, уберу в сторонку, чтоб никакой нехороший человек не приехал сюда, как бы, и у нас его не украл. Сталь хорошая, 10, что-то я вообще загнался, 3 миллиметра на 10 шампуров. Просто ошибся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 10 шампуров. Думаю, будет ништяк. Сейчас пока у нас там мангал немножко закаляется. Вот эти щепочки там немножко подгорят, прогорят. Там у меня нашел немножко, оказывается, ну совсем немножко углей есть. Сейчас с этих немножко будет углей. Потом подсыплю, думаю, хватит на один раз. Сейчас, пока мы затопим с вами баньку, чтобы после баньки выйти уже, попариться и покушать шашлычка. Собирались сегодня сын у меня с отцом пойти в лес. Но они хотели поохотиться. Думал, вместе мы пожарим шашлычка, покушаем. Но сыну сегодня надо было на тренировку. Сказал, пойдем завтра. Не знаю, завтра они дойдут сюда, нет. Так, ну сейчас пару ведер водички, ну одну горячую, так чисто поддавать, и ведерко холодное, и мне кажется, за глаза будет, даже еще вам скажу, останется, ну веник запарить, и потом просто ополоснуться, мыться, намываться, конечно, здесь не будешь, но так просто пот смыть, и все. Ссылки на данный магазин, где можно приобрести данный мангал, я оставлю в описании к видео, ну а также в закрепленном комментарии. Сейчас мы с вами, когда уже полностью будет пожарено мясо наше, тогда я вам уже точно скажу, посмотрим по состоянию мангала. И уже точно скажу, стоит ли покупать или нет. Но на первый взгляд я вам скажу, прям замечательный. Ну и цена, я бы не сказал, что сильно кусается. Сделан он очень, друзья, добротно. Опахала вещь классная, друзья. Прям подарок четкий. Закинул там угольков. Ну, угольков там было. Сгулькин. Ну, вы поняли. Дрова толком. Ну, как бы горят. Углей от них нету. Сейчас вот сколько углей насобираю. Дровишки уберу в сторону и поставлю уже жарить. Насадил там шампуров 5, наверное, получилось. Купил в магните, ну, готовый шашлык. Времени нету, как бы самому там мариновать.
ехать за мясом, покупать. Надо мясо ехать покупать не в другой город. Ну, работаю 6 дней в неделю. Сейчас последнее время. Сегодня вот после работы отработал там до 2 часов дня. Пришел, пока туда-сюда собрался. И быстренько полетел в лес. Блин, намного комфортней, чем, я вам скажу, чем мы жарили на кирпичиках. Мангал, вещь прям ништяковая. Был я на избушках, конечно, в лесу, у людей, где есть мангалы. Ну, такие, знаете, продаются одноразовые там. Один раз затопил их, короче, и они все вот так скукожились. Ну, там сталь, наверное, 0,5, наверное. Как профнастил, наверное, такой. Сделали один раз пожарить и выкинуть его. Но мы же здесь не на один раз с вами. Мы здесь с вами надолго. И поэтому данный мангал нам прослужит очень-очень долго. Сейчас я вас покормлю. Сейчас. Собаки увидели мясо. Ну, и сразу же проголодались. Сейчас собак я покормлю. Я им тоже там взял мясо сегодня. Сейчас попозже. Сейчас приготовим. Кстати, удобная. Очень удобная вот эта вот штука. Можно как хочешь крутить. То есть вот прям в прорези. Смотри, как шампура крутится. Прям удобно вертеть. Но если вот такой вот вертелки нету, то есть тут есть вот так вот три положения. Вот таких вот. Замечательных. Чук-чук. Перевернул, как хочешь. То есть это удобно. И вот эта прорезь с этой стороны. То есть здесь ничего не мешает. Шампур спокойно крутится вот так вот. Прям, блин. Шикардос, я скажу, смотри. Переворачивать одно удовольствие. Еще пару сек, и я думаю, будет более чем достаточно. Так, наверное, уже на улице уже темнеет. Погода у нас что-то сегодня ветрище прям такое задувает. Как бы сейчас деревни начали падать здесь у нас. Пока жарить на нас еще упадет что-нибудь. Так, друзья, наверное, все забираем и идем. Ух, какая красотища, друзья, вкуснотища. Так, не знаю, похавать сейчас или нет, либо после баньки. Скорее всего, сейчас я схожу, банька уже у меня готова. Сейчас пару раз схожу, попарюсь и придем с вами покушаем и уже поговорим.
надо было сразу съесть. Ну и так неплохо, вкусно, все. Отлично, шашлычок пожарился прям. Ух, я бы сказал, банька замечательная. Прям нагрелся, напарился. Отдохнул. Такая приятная, приятная усталость сейчас. Не усталость, вернее. Приятный такой расслабон идет по телу после баньки, после дубового веника. Прямо я вам скажу, красота. Мангал, скажу вам, ну, зарекомендовался я пока что, пока все отлично. Пока как был новый, так и остался. Ну, один раз пожарили, об этом ничего не говорит. Ну, конечно, бывает и с первого раза мангалы, которые не очень-то хорошие. Облазят все, железо ведет. Нет, здесь сделан добротно, сделан качественно. Походный, захотел привез, захотел увез. То есть прям, я вам скажу, нормально. Шашлычок получается в нем добротный, вкусный, горячий, сочный, приятные подарочки, опахало плюс перчатки, блин. Мясо нажарил, сейчас до утра мне его не съесть. Сейчас еще в баньку схожу разок и будем отдыхать. Ладно, все, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, не забывайте покупать мангал. Ссылку оставлю в описании к видео. Всем пока.